такого сессии у меня не было первой, наверное. Это было что-то, встретились с Юлей, и началось там, такие чудеса происходят, когда она только была сама где-то, наверное, месяца три в тета-хилинге. Такие чудеса там, я такая думаю, ну как-то чудеса мимо меня проходят. Надо что-то с этим делать, говорю, ну давай проведи мне сессию тоже. У меня что-то не получалось там, все с графиками никак. И, в общем, получилось, что начали мы не с сессии даже, а, наверное, был живой завтрак. Первый раз я там услышала, что это такое тета-хилинг. Поняла какие-то, для себя заметки сделала, вообще, что мне это нужно обязательно, я тоже хочу это изучать. И как бы после завтрака у меня начали происходить, как говорится, мелкие чудеса, о которых все так говорят, о которых так было наслышано. Это был выигрыш в Инстаграме, я выиграла билеты, то есть я сразу же звоню Юле, говорю, ты представляешь, говорю, как классно, я так мечтала туда попасть, и вот у меня билеты есть. Причем это произошло там буквально за 2 часа до окончания розыгрыша. То есть так все спонтанно и интересно произошло. Потом решила, что мне все-таки надо тоже обучиться вот этому всему, и чтобы тоже, ну, как бы, мне люди говорили, ты представляешь, у меня такие чудеса, и вот все это из-за твоей сессии и прочее. Как-то так. Ну, время обучения тоже как бы пошла спонтанно, в принципе. Пошла на 2 курса всего лишь, то есть это был базовый и продвинутый. Потом я решила взять паузу, то есть мне надо было разобраться, что с этим вообще делать, как это повлияет на мою жизнь. Начала разбираться, проводить потихонечку сессии, то есть и как я хотела, да, что мне начали люди звонить, писать, говорить, такие чудеса, так все это здорово, так все это классно. И я поняла, что надо развиваться дальше, то есть потом были курсы уже глубинные раскопки, как бы сейчас вот прошла недавно семейные узы, ну где-то в тета-хилинге я, получается, уже где-то год, как вот это все завертелось, наверное. И думаю, что надо дальше продолжать, потому что столько неизведанных сфер. И так прекрасно, что есть такая методика, которая может помочь человеку обнулиться, ну как обнулиться, да, пойти в потайные свои тайные сознания и понять, почему у них появился тот или иной комплекс, тот или иной барьер какой-то, да. И то есть это тета-хилинг, что очень здорово. Мы рассматриваем не только вот осознанную жизнь человека, мы рассматриваем, получается, с момента зачатия, да, то есть ребенок может сам не помнить, почему он получил какую-то травму. А возможно, он там когда-то услышал там от кого-то, да, даже вот было какое-нибудь там тревожное время, он слышал, там рождаться опасно, там везде опасность. И он уже рождается и потихоньку вот это перенимает и думает, что вот весь мир опасен для меня. И он не понимает, почему он так думает. А на самом деле это очень важные вот такие вот моменты, которые мы не можем вспомнить сами. Вот такие вот моменты мы помогаем прояснять. И потом жизнь становится лучше, то есть убираются барьеры. Многие думают, почему у них там нет денег тех же. Мы убираем детские барьеры, и раз человек пишет там, о, я начал там зарабатывать, я нашел новую работу. Это очень здорово.